Сентябрь. Промозглая погода. Уральский ветер холодит. Да кучей серой тучи бродят. Зато хороший аппетит. Есть тяга к ароматам чая. Горячий втягиваю пар. Себя в блаженство заключая, я ощущаю, что не стар. В спокойной позе кошка рядом, и пеларгония цветет. Весь дом уютен и наряден, и жизни мил водоворот. Хозяйка по делам к подруге ушла, оставив пироги. На пару с Муркою пируем и ждем знакомые шаги. Вдруг в двери стук. Эй, хозяин! Чего грохочешь? Есть звонок? Повеселимся, побуяем, речь кто-то пьяную изрек. Мне показалось, что Серега, сосед, квартира номер 5, привычно шутит так, убого. Хотел уж двери отворять, да кошка бешено вскочила, шерсть дыбом, не ходи туда, сюда, мол, ломится, верзила крысиный. Ну, смех и ерунда. Встать запоздал. Ружейным громом в подъезде выстрел прозвучал. Источный вопль, всех похороним, я на любовника чихал. И снова выстрел где-то рядом. Моя дверь дерева цела. Тут нужно быть дегенератом, чтобы палить так с бодуна. Ошибка вышла не иначе. Беда нагрянет, открывай. Свои любовные задачи решает нервный разгильдяй. Он в потолок бетонной дробью пальнул 2 раза от души и смотрит дико из-под лобья с ружьем, а все по-шутовски. Себя поранил рикошетом, за стол рюмку не присесть. Привык по уткам бить дуплетом, да тушки складывать в подклеть, охотник липовый. «Где Люба?» «Ее ты ищешь у меня? Губами пьяными не хлюпай, живет здесь Ира, мне верна». «Подъезд попутал». Что ж, бывает, сожитель ты ее, не муж. Ох, эта ревность вековая, любой ценой свое возьмушь. Давай, ищи, успеешь, может, у полицейских перерыв. Спасай, супружеская ложа, желанию Любы супротив. Он вниз спускался осторожно. Дробины в коже не пустяк. Здесь не поможет подорожник на ягодице, весь обмяк. Сейчас на улице остынет, и хмель, и пыл сойдут на нет, и боль подаст его гордыне, конечно, правильный совет. Сентябрь, нормальная погода, да есть не хочется уже. По кухне кошка ходит гордо, но держится на стороже. Хозяйки нет, вдруг нет подруги. Тьфу, мысль дурная на уме. Мужья и брак видят близоруко, попробуй же он, уразумей. Опять стук 2. Живой, хозяин! Сосед, из 5-й открывай, я выпил, но еще вменяем. Плетут события кружева, кашусь на Мурку. Та с презрением заколебали алкаши, легла на пол с благоволением. Знак подает, стук не фальшив. Открыл, Сергей с напором лезет. Дай поцелую, извини, уж как ты мне помог повеси. Считай, я верный твой должник. Оставь свои объятия грубы, чем я помог, давай ответ. Спасибо! От меня и Любы не сдал нас, выручил сосед. Увидел, что ребятишек нет, прочитая диалоги, коротко, называется «Он и она». Интересно, со стороны смотреть, как беседуют диалоги. После выпивки с утра голова болела. На работу нам пора, заниматься делом. Чем поправиться, пошарь, выпей вот, отвара тварь, мне жена велела. Извини, отвара трав я сказать хотела. Зайдем ко мне, посмотрим телевизор и музыку послушаем, хип-хоп. Я, знаешь, верен старому девизу, в общении не буду узколоп. Винной рэп, фильм, кофе и печенье, взял сигарет тебя к себе везде, граффити покажу, подам варенье. И что, в постель без этого нельзя? Магазин. Мне водку 25 озер. Вот, есть 5 озер, мужчина. Не говори наперекор. Умножь на 5, девчина. Простите, а я купил конфет, а вы не дали сдачи. Прощаю, уедливый клиент, я не могу иначе.
У вас нет парня? Что-то сомневаюсь. Вы так шикарны, сразу вам признаюсь. Он сильный в главном, увлечен был страстью. Сдох гад недавно, видимо, от счастья. Обижаешься, как хочешь, все тебе не нравится. Подскажи, чего ты хочешь, нервная красавица. Отношения продолжим, и каприз я твой пойму. Ты теперь всем дамам должен, но не нужен никому.